Да, друзья, действительно, давненько не было на моем канале драфта. Я даже не вспомню, когда последний раз это торжественное событие происходило. А все дело в том, что я не очень люблю этот режим с самого его зарождения. Но давайте попробуем разнообразить контент. Не всегда же пакетики записывать и ловить топчиков в состав. Для любителей паков тоже будет контент. Пак за 30 уровень. 30 игроков 84+, на двух аккаунтах. Как вы знаете, друзья, я самый топовый лонгшотер FIFA комьюнити. И сегодня нужно доказать это в драфте. Будем собирать лонгшотеров. Так, схема. Давайте возьмем вот эту вот 4-1-2-1-2, широкая. Буду брать непосредственно игроков, у которых самый лучший показатель дальнего удара. И, к счастью, я хотел сказать, у Кройфа самые лучшие дальние удары, но нет. У Гаву оказываются дальние удары 94. Кройф у нас отлетает, и придется взять Гаву. Да, будем на каждую позицию брать чувака, у которого самые топовые лонгшотеры. Так. Ну, здесь, возможно, самые крутые лонгшоты у Фарлана. 97, да. Я думаю, круче ни у кого не будет. Кто ему будет помогать в этом непростом деле? Холланд, пожалуйста. Дальние удары 92. У кого-нибудь больше? Нет. Даже у Мбаппе 84, поэтому берем Холланда. Слушайте, нормальная банда такая пока что у нас собирается. Так, слева смотрим, какие здесь ребята у нас. У Комана 85 дальние удары. И у Мудрика 85 дальние удары. Но так как у нас уже есть АПЛ, наверное, я Мудрика возьму. Давайте. Так, кто справа у нас будет, пацаны? Блин, тут самый топовый показатель у Берарди. 86. Так бы я, конечно, взял бы лучше бы Лоренто, у него на единичку хуже. Так, ЛЗшник. Ну, тут вообще похер кого брать. У Эмерсона дальние удары 75, поэтому его и берем. Так, на ПЗ вот такие вот ребятки. Тут самый топовый показатель у Таверне. Так, парочка ЦЗшников, давайте смотреть. Ну, тут, наверное, у Блана будут самые лучшие дальние удары. А вот ни хрена, у Шлоттербека 64, а у Блана 62. Ну, охренеть просто. Придется взять Шлоттербечка. Так, следующая пачка игроков. У кого здесь самый топовый дальний удар? Ну, тут все говнари, но самые крутые лонгшоты тут у Банучи. Так бы я, конечно, Мальдини взял, понятное дело. Так, вратаря постараемся подсыгранно взять. Так, на опорничке какой-то Албу будет стоять. У него показатель ударов 80. Да, какая-то всратая тима пока что получается. Нужны заменки качественные. Тут самый топовый лонгшотер, пацаны, у нас Акоча. Ну, тут вообще похер кого брать. О, ребята, вот это пик интересный. Я думаю, что тут пушка, да. Какие тут пацаны. Рут Гули, дальние удары 96. Я думаю, ни у кого не будет лучше. У Эвсебио на единичку меньше. Ну, Тоти Рут Гулит, пацаны. Так, Санта-Клаус имеет лонгшоты 82. Ну что, друзья, вот такие вот лонгшотеры у меня собрались. Буду стараться бить лонгшотики, пацаны. Давайте попробуем найти нашего первого соперника. Ну и напоминаю, друзья, вам, моих спонсоров, это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик, респект им за это. У них на сайте вы можете найти огромное количество спортивных дисциплин, высокие коэффициенты. Также есть система бонуса, если вы пройдете регистрацию до конца, то получите фрибет на косарь. Ссылка в закрепленном комментарии, и всем удачи. А если вам нужны монеты, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, давайте смотреть, что у нас тут по сопернику. Ага, окей. Так, ну что, полетели Берарди, пацаны. У него там левая или правая нога рабочая, хуй знает. Опа, вот, Холланд и лонгшот. На, сразу же зашло, пацаны, первый удар. И сразу же голешник, прекрасно. Так, а можно как-то остановить все это? Бля, в защите. В защите, конечно, у меня такие рофлеры стоят, что очень страшно за свою оборону. Ох, какой пас прошел на Холланда, пацаны. И лонгшот. Хорошо, Холланд, Тоти, пацаны. Два файноса, два гола, чекайте. Так, Эмерсон, хорош. Но нрарный Эмерсон, пацаны, без проблем отбирает. Блять, его этот прессинг сраный. А он тоже лонгшотики ведет. Посмотрите, он понял тактику мою. О, хороший пас на Мудрика. Бля, Мудрик правша или левша, я понятия не имею. Ладно, вот так вот делаем. И вот так вот херачим, конечно же. Три дня думал Фарлан перед тем, как ударить. Ой. О, Воллер, красава. Отскакиваем немножечко. Тоти Гулита. Можно затестить его лонгшот вот такой вот. О, хорошо-то как летело. Вот такой пас на Гулита. Дядя Гулит. Лонгшотик. На, хорошо, пацаны. Что-то файнасы идеально залетают у меня. Не, сопернику прям очень не везет. У него прям момент за моментом, но реализация хромает. Да, все-таки один он мне закинул. Что ж ты будешь делать? Блин, конечно, в опорке у меня такой рофлер стоит. Да нет, ну блин, 2 из 2 с навесов, это было бы сильно.
Да что ж ты будешь делать? Да отстаньте от меня, блин. Этот воллер доебывает меня. Просто ли... Да ж, блядь, весь вверх выигрывай. Да, если посмотреть на статистику, я, получается, отскакиваю. Вот такой заброс на Фарлана. Это что за анимация, блядь? Ну как это? Ну что, опять выиграет вверх? Блядь. Нет! Как же я отскакиваю в этом матче, пацаны, просто жесть. Так, Мудрик на Холланда. Холланд на Гулита. И Гулик лонгшот! Ну, слушайте, лонгшот достойный был, согласитесь. Да как он задрал этим прессингом! Пиздец, кажется, все, габельное. Нет. Он сейчас опять выиграет вверх. Блять, опять штанга. Даже что за отскокер в этом матче? Дядя Гулит. На! Хорошо летел. Офсайд. Я в шоке просто. Это что за фантастика у меня на воротах? Это Рамсдейл, блядь. Даже не тот, пацаны. Блядь. Ууу, сейчас будет лонгшот, пацаны. Чекайте. Вот это лонгшот. Вот это настоящий лонгшот, пацаны. 1-4-8. Осуждаю такие совпадения, пацаны. Вообще максимально. Рамсдейл, мое почтение. 9 ударов створ и 8 сейвов сделано. Это информ-карточка. Ну что, next соперник. Куртуа Тотти, Милитао Тотти, Гулит также имеется, Зубастик, Дель Пьеро. Короче, пацаны, ждет нас сейчас заруба веселая, чувствую. Вот вам и Зубастик летит. А Рамсдейл затащит? Затащит. Хорош Рамсдейл. Так, опа. Гулит на Холланда. Холланд, давай, брат. Перекидывай. Да как-нибудь, ну чё так долго, братишка? Очень долго думал. Ну прям очень долго. А мы делаем вот так вот. И на! Кто это? Какой-то румынский бомж. Альду. Хрен его знает, кто ты такой, но у него лонгшоты были под 80. Вот вам и на, пацаны. А ты чё думал, братан? Это лонгшотерский сквад. Фарлан. Так, ну слушайте, я хочу еще раз ему дать. Чуть второй раз не залетел, пацаны, от этого бомжа. Так, вот оно, пацаны. Холланд бежит. Холланд. Забей, блядь. Так, Гули. Побежал Гули, бежит и... На, лонгшот. Чё так слабо, брат? Ох, какой пас, пацаны. Ну все, это гол. Это Тотти гулит, пацаны. Бля, Зубастик бежит. Хорошо бежит, что тут сказать, никогда гнать не могу. Ух, нихуя, какой финт. Не, брат, нет! Что за отскок, блядь, сраный? Блядь, пожалуйста, пизда. Кто мне написывает тут, блядь? 2-0 вели, пацаны, просто две атаки от Тотти Гулита и два голешника. Ладно, похуй, мяч у меня. Холланд! Блядский Холланд. Ну, с метра ты можешь забить? Так, ладно, похуй, пацаны. Сейчас покажу мастер-класс по лонгшотам. Где этот? Альбу. Вот он. На! Сука! Почти. Ебать. Вот это он мне сейчас чуть лонгшот не закинул. Эмерсон. Пожалуйста, спасибо, Эмерсон. Нонрарное дерьмо тащит. Вот так вот заброс, пожалуйста. Фарлан, ну что за обработка? Удары! И Кортуа стащит. Так, мистер Альбу. Альбу, ну-ка. Блядь, Куртуа заебал в этом матче меня просто. Так, статистика. 16 ударов, 1-3. У меня у соперника 7-2-2. Да, зеркальный матч получается. В прошлом матче я отскакивал. В этом матче мой соперник отскакивает. Так, держать Зубастика. Хорошо, Альбу. Просто лучше. Просто румынский опорник... С нулевкой сыгранности тащит в этом ролике, пацаны. Так, Холланд, хорошо. Так вот делаем. И вот так вот забиваем. Это не лонгшот, но в принципе похер. Тут нам главное выиграть. Я не ставил себе цели бить только лонгшоты. Ну как бы желательно, да, херач лонгшоты. Но можно в принципе и моментики пореализовывать с метра. Это что такое? Это Дель Пьеро, лысый. Ебать этот лысый бежит, ты чё, бля, остановись, брат. Ага, нихуя ты финтоплёт. Неожиданно. Блять, хорошо, Рамсдейл. Вот такой пас на Тотти Гулита. Тотти Гулит бежит. И Тотти Гулит забивает. Хорошо, Тотти Гулит красавчик.
Так, ну тут можно, в принципе, заканчивать все, потому что соперник уже поплыл, судя по всему, 5-2. Ух! Это гол. Так, 5-3, подождите. Давайте раньше времени не выебываться. Не знаю, есть ощущение, что в драфте как-то игра по-другому чувствуется. Я не так часто играю в драфте, поэтому ощущение, что что-то здесь не так. Какая-то капля аркадности будто присутствует. Я не знаю, может, мне кажется, конечно. Кто там часто в драфты играет? Отпишите, мне кажется, или это действительно так? Рамсдейл, не, Рамсдейл сумасшедший просто. Так, и дядя Гули сейчас вот так вот закончит это все, опять штанга. Блядь, количество штанг как будто x10 в этой игре. Ну, типа, в драфте конкретно. Так, ну чё, БГ соперник. Вот такой вот склад, опять Тотти гулит. Мбаппе Тотти. Точнее, Тотс. В принципе, неважно. Ой-ой. Вот вам и Мбаппе побежал. Да. Просто минус как бы защита, как говорится. Да, есть ощущение, пацаны, что какой-то дрочер мне попался. Прям очень хорошо контролирует. И, видимо, это моя остановочка. Смотрите, все, пизда мне. Ну, это какой-то next level мне встретился. Да нет, тут просто невозможно мяч у чела отобрать. Он очень хорошо играет. Ну, прям разъеб тип какой-то. Так, есть надежда. Есть надежда! Есть надежда! 2-1. Подождите, пацаны. Еще не сдаемся. Вот такой заброс на Холланда. И Холланд! Так, подождите, пацаны. 2-2, здравствуйте. Пацаны, пацаны, ну пожалуйста. Так, Беражди. На Холланда. Холланд на Гулита. И Гулит! Как он не забивает с метра? Я хуй его знает. Ля, Мбаппе. Не прощает. Так, хорошо. Нужно забить, чтобы был шанс. Да нахуй ты, блядь, тащишь! Не, это какой-то гений против меня играет. Видимо, традиция такая, раз в выпуск встречаться с каким-то невероятным задротом, блядь. Ты иногда тебе достаются вот такие вот соперники, которые как роботы на ультимейтах играют. И ты просто охуй... Блядь, ну это реально какой-то пиздец. Тут реально просто робот какой-то играет на ультимейте. Ну, типа вообще невозможно. Ну это как, блядь, нахуй? Ладно, не буду тратить ни его, ни мое время. Это невозможно выиграть уже, понятное дело. Респект сопернику, хорошо дрочит. Я так дрочить не умею. Поэтому я с позором ливаю, забираю свои невероятные награды. Мне кажется, яшникам нужно пересмотреть награды за драфт. Ну вот какая вот мотивация сейчас играть драфт, учитывая, какие всратые награды дают. Ну, понятное дело, я вылетел после 2 раундов, мне по умолчанию ничего не могло хорошего достаться. Но даже когда ты до финала доходишь, порой тебе просто дают каких-то 2 пака за 15 тысяч. Такой, блядь, ну кайф. Так, ну и друзья, пак, ради которого мы все сегодня здесь собрались. За 30 уровень. Естественно, руни здесь нахуй не нужен, он стоит копеечки. Пик из 5, ну, тоже звучит сомнительно. А вот набор с 30 игроками 84 звучит как нечто грандиозное. Итак, давайте с плашечкой. Открываем и понадеемся, что сейчас поймаем миллион тотсов. Так, всего лишь 2 дубликата, что не может не радовать. Это Мартинес и Серхио Рамос. Ну, сейчас будет очень много 84-х, понятное дело. Ебать, сколько 84... Вы понимаете, целая страница 84-х. Охренеть, 85-е пошли наконец-таки. 86, 86, 86... У меня ахуй. Вы когда-нибудь такое видели? Это что за... Ни одного бичевского тотса! Что? Что? Я в ахуе! Ни одного тотса в паке с 30 игроками 84. Чё-чё, но вот такой развязки я не ожидал. Я думал, мне минимум сейчас 5 тотсов нахуй в одном паке упадет. Это просто... Пиздец. Друзья, меня ничему жизнь не учит. Можно было бы, конечно, сделать выводы и взять пик, но я решил взять снова пак с 30 игроками 84. Это мой основной аккаунт. Понадеемся на что-нибудь. Я уж не знаю, какие молитвы тут зачитывать. Вот вам и тот, друзья. Ганюк, Робертсон и Пареха. Ну, сейчас будет 1 084 миллиарда. Просто какое-то невероятное количество. Пошли вроде рейтинги. И здесь у нас самый крутой. Просто, просто, просто. Просто без слов. Ну, тотса дали.
Это Ганюк. Но в целом это, конечно, безобразие полнейшее. Что это за пиздец? У меня нет слов. Если у вас есть какие-то комментарии, есть что добавить, пишите в комментариях. Но я просто шокирован, честно.